Добрый день, друзья. Вот тут все. Давай самоделки, давай еще что-то. Вот сделал настольную лампу. Такую вот дизайнерскую. Из гири. Соответственно, этого плафончик. Что еще? Ну, вот. Ну, как бы все просто просверлено отверстие, трубочка, резьба, плафончик. Вот. Чем интересно, здесь гиды 5 килограмм, и на гиде, не знаю, будет вам видно или нет, здесь написано Омск. Госметровес. Вот. Написано, то есть гидка такая. Ну, не любая гида, а из Омска, то есть как очень хорошо, как подарок, допустим. Кто-то приехал в наш город, и ему надо, чтобы запомнился. Вот можно подарить такую лампу. Ну, я думаю, в других городах тоже были. Вот, а это вот, как говорится, привет из Омска. Вот, то есть это гида для весов, но может быть символизировать и просто как гидевой спорт, соответственно, может быть для спортсменов. Вот, что сказать. Так, тут надо немножко. Ну вот, собственно, что еще здесь сказать. Ну, все просто, провод воткнут. Вот, красить ничем не планирую. Так, линовать. Ну, можно сделать из большой, там, из 16, 24, 32, сколько там. 40, по-моему. Ну да, 40. Вот, но это уже для спортсменов. А это вот она 5 килограмм. То есть она устойчивая. Вот ее уронить довольно сложно. Здесь отверстие есть металлическое, чтобы воздух проходил. Поэтому сильно греться не должна. Там у меня сейчас светодиодная лампа стоит, поэтому она, в принципе, ну, можно ставить обычный так, но тут немножко надо ее протереть, плафончик руками извозил. Вот, процесс изготовления отдельное видео, ну, там ничего интересного, сверлю, резьбу нарезаю. Ой. Ну, вот такие вот самоделки. Долго искал плафончик, не мог найти подходящий. Ну и этим я что-то сейчас уже не сильно доволен. Вот. Это третий плафон. Я купил три каких-то бара на базарчике. Вот. Один, второй, третий плафон. И все что-то. Ну вот этот более-менее ничего подходит. Те вроде как изначально один красиво подходит, такой же тоже матовый, а он кривой. Другой как-то это, ну, качество не то. Ну, здесь использован плафон один, вот эта часть от другого этого. Ну, что еще можно сказать? Ну, такая вот настольная лампа. То есть, ну, это не настольная лампа, как его назвать-то? Ну, как ночник, тоже его не назовешь. Ну, то есть, скажем, такая настольная лампа для... Ну, не для чтения, не для работы, а вот там, не знаю, где-то на столе стоит, на тумбочке, в уголке. То есть, такая в интерьере. Ну, на мой взгляд, интересный, если соответствующий, как сказать, интерьер, что оно впишется. Ну, или если есть какая-то вот именно привязка, человек, допустим, продавцом работал, как я уже сказал, там, спортом занимался. Подарок из Омска. Напоминание о тяжелой судьбе Достоевского. То, на мой взгляд, интересное решение. Благодарю за внимание. Всего доброго. Удачи.